что-то опять трансляция возобновилась. Вот тут ничего не делаю, да? У меня уже картинка пошла, а тут пишет трансляция. Какого болта? Во, видите, этот Shadow Play тоже там сам себе на уме. Реально. Че хочет, то и делает, на. Так, ну чё, колеса? Новые какие-то, да? Давайте жесткие поставим, или не надо. У нас трасса-то там какая, асфальт, не асфальт. Давайте на жестяке попробуем. На жестких колесах сейчас мы как-то. Так. 5, 4, 3, 2, 1, go. Игра, да, игра вообще игра просто прям шикардос. Сейчас, ребят, поехал, потом почитаем. Пока еду, читать не могу. Ну, тормози, на, тормози, ёп. Сейчас все будет жопа. С ручкой, как говорится, да? 120. Что-то какой-то туман, что ли, да, по дороге. Вроде солнце и туман, что за хрень. 80. Мертвые искусственные стоят. Вау! Воу-воу-воу! Over long crest into 6 left, tightens past junction. 30. Four right narrow over crest. Куда тут ехать-то? Don't cut. Я бы за место штурмана бы музон бы погромче сделал, да? Там кто знает, как штурмана убрать? Штурмана убрать? Выкинуть дверь, открыть, выкинуть его с машины, да? Все. Нет, не все, я думаю, все сейчас точно рекламный щит сорвал. Игра, ребята, огонь. Игруха вообще прям по красоте, прям зачет, пятерочка. Я считаю, что вот самая классная раллийная игра сейчас вообще из всех существующих. Вот эти все версии, там Dirt 4, как бы, это все курит бамбу, ребят, реально. Снова 2-0, она есть, курица. 2-0 вообще сейчас прям, по-моему, сейчас прям... Gravel, куда едем-то? Направо, налево. Into flat right of a crest. Opens long, tightens of a jump. Into 5 left of a crest, tightens very long, into 6 right, 50. Ой-ой-ой, мне нормально вроде удержал. 4 right, extra long, opens flat of a crest, into 6 left. Into 6 right, into caution, 5 left of a jump, 50. 6 left, да, very long, да. Times of a bump, 50. Черт побери. 4 right long. Into slow, 6 left of a crest, 30, turn, 1 left, don't cut. Да, тут налево, да? 30, 6 left, 100. Вообще отлично. Да, смотрите, а вот заезжаем сюда мы вот в лесополосу, да, туманец такой, а там нормально мы вообще зачет, прям вот тут графон суперский, ребята. О, черт побери, черт побери, тормози, тормози. Right of a crest, extra, extra long, 30. 3 right long, opens, 80. Что-то открытый, кто открытый, ай-яй-яй-яй-яй. Держите меня, семеро. Extra long, caution, tightens 3. Into 4 right long. Хапуха! Пипец на. Into 4 left. И посуду я плачу на. 120. О, вау, все, на! Уходите! Задавил кого-то. Фу ты, блин, и штраф заработали, ребята.
five left Titans. Жестко, однако. А что делать? Это же гонка. 170. Как говорится, досадно, ну ладно, бывает такое, реально в жизни. Сам был на гонках, машина вылетела и переехала товарища с фотоаппаратом. Поэтому, ну, жив остался, но бывает же и хуже вариант, да? Сколько он на ралли людей сбивал. Поэтому не хрена стоять. Самым любопытным тут не надо. Блин, ребята, игрушка. Ай, зачет, мама, не горюй. Куда едем-то, налево? Unseen, two left куда стоит? Сюда, что-то резко налево. Где налево? А, вот. Вот черт побери. Этого штурма вообще не могу. Куда едем? Налево. Вот тут вот штурм он подмог маленечко, да? Ой, и пошло опять, начал плевать всех. Огнище, ребята. Тачка вроде еще ничего. С виду. Боже, блин, смотри, пересу, боевая. Вот это жесть, ребята. Вот это жесть, просто жесть. Все. Нет, не все. Наши не сдаются. Жесть, ребята, игрушка класс вообще. Именно по управлению, по графике, вот прям все зачет, ребята. Ссылочка на донат в описании под видео. Все, еще. Еще не все потеряно. Где, куда прыгаем-то? Сейчас размотаем гольф. Точно, смотрите, какая трасса, да? Опасно, ё-моё. Все, до отсечки рубим вообще. Сейчас, если... Нет, не все. В рот компот, все, пипец, нет еще. Наши не сдаются, ё. Давай, жги резину, Дмитрий Николаевич, ядрен батон. Ух! Так, тут пора, наверное, тормозить, что-то тут... Что сказал, куда поехал? Что сказал, куда поехал? Так, тут-то что, куда? Где, куда? Ребята, прямо руки вспотели, волку пересохло, все, мать его, нет. Блин. Уф, на руле вообще, наверное, классно кататься, да, особенно у кого каркас тут есть, педалями. Вообще, наверное, зачет. Че, мы еще не доехали, у еще 25 участков. Тормози, что тут не так? Все нормас, я не мас, все нормас, ребята. Огнище просто. Right
Ясно. Заметьте, все зеленое проезжаем. Прям огонь. Оу, все. Писец. И че? Че ты хлопаешь тут кулаками, дурень? Размотали тачку в говно, короче. Так, ребята, что там? Вынести погромче. А то звук бежка громче голоса. Ну да, может быть, ребята. Сейчас мы ставим повторчик. Ставим повторчик. На гольфане. Ушатали все-таки мы гольфан прям в самом конце. Да-да-да. Фу ты, блин. Прям вот этот заезд понравился. Я говорю, что у меня аж руки вспотели, во рту пересохло, ё-моё. Насчет доната, ссылка, ребята, в описании под видео. Или кто-нибудь пульните, хоть проверить, работает, не работает. Фу, жесть, бляха. Жесть вообще. Почему так до финиша не доехали? Бедный гольф. Прошел огонь, воду и медные трубы, ядрит мотор. Бедолага. Вот это мы дали ему оторваться. Данил, привет, привет. Навигатор, да искал я, не знаю, там нету этого навигатора. Он должен там где-то в звуке быть, а его нету. Ну сейчас посмотрим еще. Фу, жесть, конечно, ну. Вообще зачет, зачет. Гольфа жалко, конечно, но что делать-то, да? Под конец мы его размуслявили. Трасса, трасса, огонь. Скоростная, да отсечки долбили, ё-моё. Уф, вообще огонь. Там, ребята, кто если знает, где штурман отключается, напишите. Потому что что-то мы не можем разобраться, как бы толку от него тут, как от шивой кобылы от этого штурмана. Да, гольф хороший был. Хороший был, гольф. Не доехал. Ну и трасса, конечно, она такая огнище. Ущ. Ищ. Трасса вообще супер. Да. Я вот как чувствовал, что не доедем, блин. Вот, кстати, да, вот видите, как в Дирте 4 здесь вот тоже пыль сверху немножечко, но в Дирте 4 вообще сильно видно это. Да, блин, вот это гольфик дал в стране угля. Ох. Long, Titans logs outside, opens over crest, 50. Да не то что без штурмана, просто я не успеваю его читать, а то что он говорит, я все равно не понимаю. Я и так-то еду без штурмана в основном, как бы, только если вот где промежутки он бывает выстреливает, что я понимаю, что он. А так я не читаю вообще, в основном еду по дороге, поэтому как бы стрелочки есть, как бы. Это самое. По голосу я ни хрена все равно не понимаю. Опа, открыто. Все, left, right. А дальше из серого. Ладно, что-то. Как бы все равно не успеваю его. Да, Русика вообще нету, но я думаю. На 15-й дир сделали русификатор хороший, как бы, да, на русском, просто как бы перевод, как бы, да, без озвучки. Но я думаю, что и на этот, наверное, залепят, ребята. Надо подождать немножко. А так русика нету, да, без русификатора.
И выйдет 22 числа игра. Делюксовская версия, у кого есть возможность, да, то приобретайте. На делюксе уже можно сейчас ездить. Там на 4 дня по предзаказу уже игра доступна. Вот. Как-то так. Блин, что-то так еще грустно, так мы едем на этом гольфе, да? Где самый огонь? Озвучку штурмана, ну да. Особенно если с матами, то вообще будет огонь, да? Четкие, короткие команды. Вот это, да, вот классно сделано, вот эта развязочка вся, да, смотрите сверху, как снимается вот, камерой. Ну, повторы тут, я говорю, повторы, графика, ребята, и управление, конечно, на высоте, и я думаю, что это самый лучший из на данный момент существующих симулятор раллийных гонок. Вот реально, просто вот, без слов, как бы. Я и поигрываю периодически, как бы, гонки, да, ну, мое мнение, что это как бы сейчас самый наилучший вот, раллийный симулятор. Прям вот, прям точно говорю. Я думаю, что на руле вообще будет приятно ездить. Я езжу на клаве, как бы, да? А на руле будет вообще огонь. Вот оно. Хорошо нас вот тут никуда на дерево не выкинуло. Вот если бы нас сейчас тут выкинуло, хотя нас выкинуло чуть дальше. Ну, что тут удивляться, да? Так. Сейчас, Александр, прочитаю все. Сейчас досмотрю, мне сам повтор хочу глянуть. Прям тут жгли не по-детски, до отсечки прям. Твою мать, вот это скорость. Как я вообще до туда хоть доехал? Почти до финиша доехали, ребята. Почти доехали до финиша, ё-моё. Как вообще, я не знаю. Оу, вот он. Вот начинается, начинается, видите, вот это все пошло сочетаться, это, наверное. Все неприятности нашей гонки. Как мы его размотали вообще в хлам просто с одного удара. Бам! Еще бы водитель бы вылетал, знаете, так. Бэм! Вообще был зачет. Titans of a crest into four right long. Как где там в флотауте что-то было такое? Left of a... О, тут конечно красотично вообще повтор сделан. Смотрите, как вообще зачетно. Вот оно, вот он, вот оно это сумасшествие. До отсечки бьем вообще до отсечки. Охренеть, вот это жесть. Вот это жесть, вот это жестко. Игра, ребята, вот прям нет слов. Дать сечки раскрутили мотор, да? Гольфа чуть поршня не выскочили. Игра вообще пятерочка, прям вот, из 5-5. Зачет игра. Opens six extra long bump. Нафига по дереву баснули эти самые щепки, полетели какие-то. Классно. Гольфа уже и так морда кривая. Как я его дошатал. Slow 18, turn 3 right of a crest. Гольф хорошо идет 18. Вообще. Прямо реально хорошо. 6 left.
бам! Вот оно, это гиблое место. Вот оно, это гиблое место, ребята. Так. Все. Гольф.